Островные полицейские за неделю проверили 117 иностранцев. Более 70 из них оказались нарушителями миграционного законодательства. Такие итоги комплексного рейда подвели в пресс-службе УМВД области. Правоохранители проверяли строительные объекты, заведения общественного питания и отдыха. Внимание уделили также службе такси и пассажирским перевозкам. Согласно местным нормативным актам, к этой деятельности запрещено привлекать иностранцев. В результате в отношении 76 человек составлены административные материалы о нарушении правил въезда или пребывания на территории Российской Федерации и о незаконном осуществлении трудовой деятельности. Выявлено 8 случаев незаконного привлечения к трудовой деятельности и одно предоставление ложных сведений.